Уважаемые друзья, я хотела бы пояснить, прежде чем я начну сам массаж, вечерняя рутина. Скажу вам, что из всех многочисленных препаратов, масел, эссенций, лучшим, на мой взгляд, является масло витамина A. По-английски это ретинол. Это витамин, который был в прошлом веке впервые замечен. Это был первый витамин, по-моему, это 30-е годы, когда, поскольку он был первым, его назвали буквой А. Антивозрастной. Он также является хорошим антитоксиком. Он является прекрасным для работы иммунной системы, как вспомогатель, и прекрасно ложится на кожу, впитывается, и сам по себе очень приятный. Он не такой жирный, но впитывается он очень быстро. Использую я его как основное масло. К нему добавляю обязательно. Или это будет виноградных косточек, или это будет оливковое масло немножко, но не то, которое мы готовим. Это может быть кунжутное масло. Одним словом, все они стоящие, они относительно дорогие, но вот этой бутылочки может хватить вам при ежедневном массаже, ну, минимум как на 3 месяца. Наносим мы его сначала на руку. Руки перед этим нагреваем всегда, для того, чтобы поднялась температура нашего тела, в частности рук. Наносим пипеточкой. Вот так вот наносим масло и начинаем сначала втираем, и таким образом мы расслабляем наша вот верхняя часть, будем говорить, плечи, грудные мышцы, шейные мышцы. Мы расслабляем, в то же время мы даем тоже прекрасное вот такое питание. Вот с растяжечками такими в сторону. Шею мы знаем, мы делаем сверху вниз и снизу вверх. Мы начнем массаж, моя вечерняя рутина.
Thanks for watching. Please subscribe for more content. And don't forget to hit that notification button.